Ролики – это очень разнообразный вид спорта. В этом вы можете убедиться по количеству соревновательных дисциплин. Слалом – это маневрирование между конусов. Есть 4 разновидности. Слалом баттл – классический фристайл слалом. Спид слалом и парный джем. В классике катают программу под свою музыку на трех дорожках – 50, 80 и 120 сантиметров. В баттле более короткие заезды. Есть группы на вылет, и борьба идет до лучшего слаломиста. Спид-слалом – это скоростной заезд на 20 конусах, расстояние между конусами 80 сантиметров. Джем – это та же классика, только кататься нужно с парой. Слайд – это торможение. Чем сложнее слайд и длиннее скольжение, тем лучше результат. Максимальная длина слайда для соревнований – 10 метров. Даунхилл – это крутой спуск на время. Обычно это серпантин или трасса для бобслея. Фриджамп – прыжки через планку. Чем выше, тем круче. Хай-джамп – прыжки через планку с трамплина. Стайл-джамп – прыжки с трамплина с выполнением трюков. Лонг-джамп – прыжки в длину. Агрессив – это прыжки, а также скольжение по граням и трубам. Спид-скейтинг – преодоление больших и коротких расстояний на максимальной скорости. Для этого используются специальные ролики и экипировка. Скейт-кросс – преодоление трассы с препятствиями на время.